Вот. И у вечернего костра там мы как раз познакомились с Ладой Баламуткиной, которая находится в этом зале. Я специально записал, на всякий случай, чтобы я прочитаю, потому что, как Леонид Ильич Брежнев, я запомнить не могу. Вот. А Лада Баламут – это ответственный секретарь Федерации планерного спорта России, спортивный судья с российской категории, спортсмен первого разряда, летает на планерах, в прошлом на парапланах, самолетах, немного на воздушных шарах, имеет больше 200 прыжков с парашютом и поднималась на планере без мотора на высоту 8760 метров над Эльбрусом. На самом деле это очень впечатляет. Ну, а кроме того, Лада Баламут – член Союза писателей. Нет, Баламут – это не псевдоним, это фамилия. Вот. Вот. И когда, значит, я прочитал стихотворение, вот самое первое было это про август, а потом и многие другие. Это вот такой редкий случай, когда вот я стихотворение читаю, а у меня уже сразу звучит, что вот это надо петь. Вот, поэтому я сейчас буду, я хочу вот на этом концерте, как раз я уже успел вот за это время, пока вот вынужденный перерыв был, я написал, сочинил, вернее, 6 песен на ее стихи. Вот, и я хочу вам все их показать. Ну, поскольку человек авиационный, то это как бы, кроме того, что песни хорошие, они еще и на нашей волне, и по нашей теме. Вот следующая песня, вернее, называется «Планерный сезон закрыт». Ну, вообще, люди все авиационные, но на всякий случай хочу спросить. Там есть такая строчка: «Понуро свисает колдун на своем шесте». Объяснять кому-то надо? Все знают, да? Это не какой-то фокусник, который повесился. Это этот самый указатель ветра, который, да? Ну, большинство людей знает. Всему свое время, кому-то сбиваться в стаи, кому-то в берлогу, кому-то в тепло гнезда. А мы свои крылья снимаем, в ангары ставим и едем бескрылыми в зимние города. А мы свои крылья снимаем, в ангары ставим и едем бескрылыми в зимние города. Пустеют поля, заметает стоянки снегом. Понуро свисает колдун на своем шесте. И только глаза по привычке все смотрят в небо. Там кто-то счастливый на белом плывет кресте. И только глаза по привычке все смотрят в небо. Там кто-то счастливый на белом плывет кресте. Таков ты наш крест, фюзеляж и распятие крыльев. И нам не отречься, религии не сменить. В минуты падения, отчаяния и бессилия нам солнце лучом путеводную спустит нить. В минуты падения, отчаяния и бессилия нам солнце лучом путеводную спустит нить. Всему свое время вернуться обратно стаи. Оттают сердца, ледоходом пойдет река. И мы, возвратившись крылатыми, снова станем и будем нырять в эти мягкие облака. И мы, возвратившись крылатыми, снова станем
поверить в эти мягкие облака. И будем нырять в эти мягкие облака.